Depuis... Вот уже почти 100 лет два городка на юге Франции ведут беспощадную междоусобную войну. Ладно, все понятно. Он достал футболку деда. Плохой знак. Я говорю, хватит. Через 3 месяца мы разгромим тракпонских болванов в ответном матче. Да! Эй, болтуны, приехали получить взбучку? Чурбан, ты неотесанный. Зачем вечно нападаешь на здоровяков? От создателей фильма «Сын Джо». У богачей Тракпона и итальяшек Туртура не было запрещенных ударов, пока одно неожиданное событие не перевернуло жизнь двух городков с ног на голову. Хватит называть их мигрантами, они просят убежище. О том, чтобы они здесь поселились, не может быть и речи. Марко, надо помочь. А что мы можем сделать? Мы очень рады вас приветствовать. Будьте как дома. Фильм Филиппа Гийяра. Вы дважды чемпионы мира. У вас есть Мбаппе, Погба и нет футбольного поля? Нет, только поле для регби. Это же Туртур. Проблемы, усатый. Марко, на помощь! Оливье Маршаль, Оливье Бонами. Марко, я хочу играть как Лулу. Когда ты бежишь вперед, ты должен всегда оставаться позади. Но с условием. Пас нужно передавать рукой. Пас ногой можно передавать вперед. Понимаешь? Взгляни. За отъезд мигрантов? Обещаю, мигранты, которых ты выгоняешь, заставят тебя заплакать на дерби. Ты говоришь о победе. А если ему не хватит смелости? Видели мальчика? Его пытали в течение 2 лет. Салифу его спас. Назвал мальчишку своим братом. Вот что я называю смелостью. Да! Гоню. Исход не важен. Да! Да! Пума. Для меня настоящая победа здесь, перед глазами. Да! Туртур! Аутсайдеры. Просовываешь левую руку между ног Джавада и хватаешь его за шорты чуть выше гениталий. Нет, извините, я не буду.